Ой, ладно, короче, группы, которые где появляетесь, с этого же направления занимайте позиции, и все, мучиться. Можно вопрос один? Да? Я вас в рак не нашел. Как, вот у тебя есть рация, как без не в рацию говорить, то есть просто говорить, Как если у вот тебя есть часто рация? говоришь, вот сейчас TeamSpeak говоришь, вот через эту штуку. У меня кнопка и на то одна. Поменять Как надо. я это чувствую? У меня на я стоит. На Ctrl поставь. Или на кнопку мыши, как у На меня. корт, на Да. контрол у меня другое. Ну ладно, Или на спасибо. кнопку, на Удачи. левую кнопку мышки. Стреляешь, говоришь. Стреляешь, кричишь. Да. Частоты не меняем. Да мы одну, наверное, частоту общую сделаем. 100. Даже напишу. Встреча не будет? Ну, только по делу в рацию говорить, я так обычной речью пользуетесь и все. Можете хоть криком орать. Там, по-моему, без разницы особо. Написал КВшку на север. ДВ, я думаю, смысла нет, наверное, или написать ДВ. Там у нас нет командиров. А танк БТР вы будете на своих? На стандарте поедем. А как Вшки у вас своя внутренняя будет? Да, первый канал, примерно. Все равно у вас не слышно будет. Давайте тогда ДВ напишу, потому что было возможность с вами общаться, потому что у нас все время танк глухонемой. Написал. Так, ну все поняли, да? То есть появились на своей, с этого же направления подъезжаете, занимаете позиции, где-то там укрепления какие-нибудь в каком-нибудь низине, за холмом, за там развалинами, и сидите, ждете. Перестреливаете, сильно не палите. Потому что у них там снайпер, он вас отстрелит. Вообще в два счета. Ну все? Угу. БМПшка у нас занята? Да. Отлично, если что, мишку собьете. Ну, надеюсь, вы штурмовать не будете, потому что там еще мины есть. Нет, мы не полезем, мы будем ждать, вот когда они интересно, будут как они вызывать. будут выходить через свои мины. По крайней мере, я буду стоять. У них там план какой-то дикий. План капитуляции. А, кстати, учтите, вы приедете на транспорте на каком? Вы либо его колеса отстрелите, если у вас хилуксы какие-нибудь или еще что-нибудь. Либо где-нибудь так оставьте, чтобы им видно не было. А у них нету транспорта вообще, да? У них нет транспорта, у них там автобус только и все. Просто они могут захватить на машинку и уехать на ней. Понятно. После 15 минут фристайма. Как бы не хотелось тут погоню устраивать. Нам до Гармаруда зеленая линия, дальше пересекать нельзя. Они туда въедут и все. Они должны в этот аэродром, который красный помечен, да? Да. А зеленая полоса, что означает? Зеленая. Может, обычно. Ну, короче, в красную зону нам заезжать нельзя, а и можно.
как на этой рации, где там доп-канал ставится? Девятая кнопка же. Везде девятая. Восьмой канал, допустим, делаешь, ставишь девятый. Да, он... понял. Это я... Гранаты, кстати, нам здесь пригодятся. Не пойму, вот что лучше брать? 7.62? Не, у меня отбойник слишком большой. Гранат-то и нету. А, ну да. Киукс берем или на мотоциклах? Секунду, что-то у меня странная фигня. Пол не заряжается, прикольно. РПК не подходит, что ли? У тебя РПК 5.45, у тебя РПК, а патрон это 7.62. Нет, патроны 5.45, и ствол я взял 74-й, тоже 5.45. А в него не стреляет. Короче, РПКшный патрон не подходит для винтовки. У тебя 7.62? Не, я винтовку взял, это 5.45. Все равно не это. Ладно. 46, да, частота, да? Я не знаю. У нас. 46. Да, да. Ну все. Грузимся, едем. Да. Можно кто-то настройкой сесть. А мы не влезем, нам придется на мотоцикл. Эх, дружба. Там лехи не натирай. Все знаете, куда ехать? Куда едем? Да, давай, да. Поехали. Ну, мы в Эмарате, по-моему. Да. Ехать на 310. А мы в Эмарате. В Эмарате. На 310 ехать. У меня нет этого. Короче, я... налево, машина налево, поворачивай, едь по дороге. А, он без рации, понял, водил. А чё без рации? А, наверное. Танк бьем? Ну, сейчас вроде нормально, да? Во, да, все работает. Танк, прием, на связи. Сейчас слышно? Да. Плагин забыл включить. Ох, сейчас бортану вас. На 330, да, сейчас мотоцикл. А у меня нет, Паш, этого. Ну налево, на в гору поднимайся. Сильно только не гони, там уже зам будет. Да, правильно веришь.
Что там видно уже? О, видно уже. Да, да, видно, видно за грядой. Выгрузка, выгрузка, поехали. По дорожке до поворота на направо. Поверь. Я сейчас в жопу машину сдвину. Да. Я пока там никого не наблюдаю. Сказали, я пока сориентирован. Прячься себе. Лик, уходи. А я не вижу, откуда долбят. Да со стены, там, со стены, да, дом. Пока не кто нас снайпер? Поворачивай, не высунься. Кати в горку. Опять не высунься. Вижу. Кто там за пох-пох? Беги, репит, беги. Да вы же бежите, что дойдете, я хочу просто с машины пострелять. Слушай, как? Чё? Давайте у кто-нибудь нормальный водитель сядет на водитель. Потому что я... Сильно не толпитесь. Не, замок я не верю. Добежал, репит? Да, добежал. Бежал же прямо по курсу. У нас тут раненый будет. Возьмите меня. Да, только не штурмуй, не надо. Вот впереди появляется машина, видишь, нет? А, у меня же машина не упала. Ну, не его адреналин же. Колешь? Колешь? Ну, адреналин сейчас. О, да, выше, выше надо брать. Тут пониже. Башни в этой езде. Мы подъезжаем к этому. Замк. Осторожно, вот ли замка много мин. Вы что, ты кого ждал? Ну вот тут встань. Будешь с калашом бегать. Забудьте ваши, потом колеса прострелить. Вот тут мы оставили в этом смог. Все. Мы прострелили в колесо. Дегатор пока бегает. Я. Выпизу. Да, да, да. Там кто-то вперед что продвинулся. Нас чуть не подстрелили. Да, я прям жду, прям технику. Стенкой. К стенке не подходите, технику ждите, чего вы поперлись атаковать. Нам не надо так. Сказали, что не идите. Вышки снайпер сидит на самом деле. Подавляет меня. Вы что, на машине что ли? Пошугал его немножко снайпер. Он лишь нашу БМПчку. Группы, прием, можете на себя метрики всех поставить? Да мы в основном с юга находится группа ПЗ, которая... Там вертикальные ответственные такие с эти... группа ПЗ находится с юга в основном ваша. По нам ведут огонь с двух вышек, с восточной, с западной, с самых верхотур, на восточный снайпер.
Как он видит? Я не вижу его, а... Не дает вылезти петух. А, наши преимущественно позиции сейчас у высоких скал, одиночных шпилей таких, с южной стороны. Ты можешь сориентировать с какой направления от снайпера? Что с какого от снайпера? Где снайпер? Примерно направление. А, можешь это на восточной, по-моему, вышке он. Сейчас вот откуда техника. Пацаны. Самая высокая? Да, машине, да. Приехал. На машина какая-то подъехала. Пехота вот. Да понятно, наша скорее. Пехота наш. Ну а чем? Выше, выше, выше. Да. О, Паша, ты че упал? Я не упал, я умер. От выстрел. Во что убился? Снайпер дикий. Меня убил снайпер дикий. С пятер? Наверное. А меня автобус съел. Хорошо, место для выхода есть. Место для выхода по логике армы нету. Там нас один рашит. Тут крепость. Даже удачно. Простите! Что это вот сейчас было? Все меня бесит, арма, пошла она нахуй. Я на сбиваю на нее. Вторую игру вот так вот. Ёбаные текстуры просто убивают. За то, что пули попадают, ёбаные. Ты его ранил, ты его ранил. Ёбаный. Охуен. Дерьмо, блядь. Ну, гранаты сейчас как хочешь делать, там еще кто-то бегает. Да я вообще офигею, у меня еще, короче, взяли и снаряды с РПГ-29 тупо пропали. А как они могли, из рюкзака? Да из инвентаря. Может кто-то стырил? Не, да как? Не, они были стырил, а потом черпали. Я смотрю, я не могу перезарядить ТБГ снаряд. Тогда у меня их нету. Я вообще офигею. Лагает, бывает, да. Пиздец. Наконец-то спитера убили. Да я в машине сидел, думаю, чего так долго убить не могут. Ты где меня убил? Зачем ты меня убил? Как я тебя убил, я тебя не убивал? Или чем как? Ты меня убил? Тогда я сидел вдалеке, а ты за меня убил. Я тебя убил просто когда вышел и один выстрел взял и ушел обратно. Ты мне под голову выстрелил. Я не знаю, я проблема была бы у меня сейчас за что-то, я бы этим камнем просто дали там. Так и думал, что на 150 стрелять, стрельнул на 100. Кто такой Риксар? Его уже посылать там, мне пошла миссия. Это какой-то это вообще спецназ. Так оно обороняется от высадки. Да ему повезло, блин, его бы сейчас самое. Он зашел внутрь, вообще никто не увидел. Ну это-то да. Как он зашел-то? Там СПМ дикий. Да его арма, блин, спасла. Как он, сейчас, как кстати, он вертушка уже должна лететь. Да, вертушка там уже на взлет пошла. Ага. А, позади, я тебя в этой миссии тоже убил снова? Пошел тоже. Да. Из того же самого. Да, из того же самого оружия. Он снизу падает бегает, но он их не увидит, там у него угол не такой. Если вертолет пролетит, будет вообще жёгово. Да он все время умирает. Так, а что в санитаре сидит, я не понял. Вроде движется на одном месте все время. Санитар? Да блин, что ж такое-то, а?
время, то, то здесь, то там. А кому он стреляет? Кто же? А, вон, да, так, да, там на башне ползают, чувак. Понимаю, что по ним свои работают. Ну, пусть убивают. Там-то лучше. Эти развали. За что? Смотря какой проход. Вообще вроде как за то, рыжее кольцо нельзя. На юге. Ну, развалин. Знаешь, чем отсылочится от Вога? На Воге я, короче, как-то играли, убил админа, и тут же, не знаю, секунд через 20 вырубали миссию. Вырубают. А тут играют дальше. Понятно. Ой, кто-то взорвался. Растяжка, что ли? Или это пасти взорвало? Какой сад вообще туда вошел там? Он же мины везде. Снял. С собой? Нет. Что? Конец. Рыбкар, ты... СПМ или USF, я не знаю. Да, я не знаю, это целое отделение в одном человеке. Кто? Ой, оккупант там тоже уже внутри. Да меня грохнули. Ну, я так, знаешь, что понятно. Да-да-да. Я не успел. Одну мину разминировал. Там что-то красный билетичник. А сдалека. Вертолет уже приближается. Камни дикие же раньше не были, давайте огромные. Камни? Да, огромные раньше. А, ну, да. Как же все шутки-то? Еще дым кидают, вызывают подмогу. Чё, стрелял там? Что именно? Отстрел в целом или что именно? Нет, я прокадрю в секунду. А-а-а. А там дальность можно порезать в настройках, а есть настройка. Туман такой. Так, кто вышел? А, это Иванчик. Через форт. Надо еще раз, короче, доверять первым ощущениям. Первое ощущение было стрелять на 150, а я стрелял на 100. Между прочим, вертолет прилетал. Да, кстати, раньше там такой был. Я помню, они редко прилетали, потому что уже все сливались до этого времени. О, по ним это самое, кто-то отрабатывает уже. Красный раз. БМК кто еще? Да нет, просто. А, это ЖК. Это ЖК. Блин, не хватает. Кто не хвилот? ФСБ. Наша это ЖК, из моего отделения. Ясно. Я понял, что они все обречены. Не, они же, у них есть вообще ракеты, орудия. Да. Они могут зависнуть вот здесь, вот даже вот здесь, просто стрелять. Стингеры. Ну, стингеры. Там дальность прессовки. Бог пошел резко и все, вернулся с стингером. А, как, короче, играли инсургенцию, я стрелял с джавелина по вертушке. Он, короче, летит, пролетает дальше и вокруг нее крутится, не знаю, круга 3 или 4 вокруг вертушки нарезал. После летает по кругу. Вертолет идет на АВ, АВ, давай. Да, он если он заходит прям так, то явно что-то плохо. Если бы он шел пониже, не знаю, но хотя. Не загораживайте вид. Ой, даже на ракету переключился. Ракета в ФСБ. Ой. Не вовремя. Зачем ты? Куда она улетела вообще? Да в бок она улетела. Ну что, решил бочину стрелять? Да. Ну, можно было в хвост, хотя в хвост не, лучше когда шла на него. Да понятно. Только она шла на него, что-то не стрелял. А БМПшка все у нас? Все. Кто был за чё? А, банзай, понятно. Чё, только откатыча лицо другое стало. Что там снайпером? Чего? Кто вот этот чурек вот валяется рядом с БМП? Талибан, который. Талибан. Кто у водителя был у Бахи? Три фейса стоят, никто не сказал, что снайпер стреляет, блядь.
Рудник вообще ничего не боится. Ходит прям по градам, тем не менее стоят миллион. Кто не боится? Аздоник. Просто ходит, стреляет прямо из-за входа. Попали? Да, хвост попал. Ничего себе, ничего, все проседающие. Вертолета не будет. Ну а что еще стоило ожидать? Сейчас, подожди, они посадят его, если грамотно сделать. Посадить, кто не может посадить. А возвращать на базу кто будет? Не, ну если бы грамотно посадить на горочку, можно пушку еще работать. Как же он трясется у меня? Да, спектатор здесь. Что, еще перезарядится, ревкомплект, короче, использую. Еще две. Да, он просто садится, пытается. Да. Жить начал. Все. Щечком побежали, пацанчики. Там убыя новый символ, там, не знаю, фашистский орел и крест на вертолете сбоку. А лол, чё, без ствола остался? Ну да, не сброс. Да какого, блин? Это вот какому миссию играли там, где нужно... А, файл. Нет, не файл. Репит, в автобус решил залезть. Как миссия называть, кто до файла была? Где мы штурмовали... Кубинская война, по-моему. Да, у нас там, короче, люди позабирались. Карибский кризис. И говорят, садись на пулемётчика, вложите оружие в вертолёт. Человека 3-4 бегало без оружия. И просто такой бегает, такой сам начал... Это их... Их проблема уже, это не... Спитер, почему, смотри, например, Фимонка уже в вертушку пулемета и вертолет взлетел сразу же, без него. Чё они сделали, чего хуя? Оп, Репиту прям в голову. Аздоника. Нет, после приземления там просто... Так кто меня так? После первой Аздоника. Чипок. Прям в голову этого пуль. Потом надо ПГ исчезнуть, что это мячик. Это автобаланс от ворона. Какая-то забыл вниз еще. Это была война, где еще высаживались. Одни с вертолета, другие пешочком шли. 95-й год или как там, типа, холодный октябрь. У нас там вместо РПГ было два рюкзака. Бывает, это арма. Угу. Кажись, спасибо, что вообще было что-то. Ну, хотя бы человек вылетел, я зашел за другой слот, но человек заходит. Чем мне дверь ЗК? Где это ПГ? Позже, Игорь. Сейчас себя убьет. Кто там? Это Форд. Машина, молодец. Че он сломает? Автобус? Не, он через автобус выстрелил. Как? Через дыр, через окна видит. Я так через дом как-то снайпер полетел. Это видел, он гранаты это... через битые УАЗики. Что, в этом плане можно чуть-чуть? Бонзай здесь на этом месте стекло, бомбашки. КБ сейчас убил. Чего еще? Дима Димасик. Так, тут вообще лезет. А это Лук-Рум? Лик-Рум. ПЗ, тут есть некоторые стены, когда близко к ним подходишь, короче, подключить. Можно смотреть на игра. Ну, Лик-Рум как-то это залез и крутится вокруг. Да, ну что, у них все будет? А у него... Ушает. Вот убил, допустим. Да. 37? Ага. Контрдерос. Не выиграл. А, что-то у них у всех трассера, зачем это сделано? Тут видно было, откуда стреляют. В замке же находимся. Были магазины РПК. Люди не возникает ощущение, что не надо сюда лезть, вот видят, труп лежит. А зачем сюда лезть дальше? Это кому лезут-то? Ну, это этот, Дима Димас. Там еще кто-то был один. А, вон. Зачем сюда лезть?
Пуля быстрее. Джок у нас помер, чувак, который... которого этот был. Взрывчатка. Пилоты побежали. О, Димасик, Димасик заходит. Мины были вороны, если что, или что? А или вы о ком вообще? Нет, я про взрывчатку, которая под автобусом лежит. Она бы сейчас бомбанули, ты бы половина зеленку была. Она уже бомбанула, по-моему. Нет, там... Сам посмотри. Что это было? Сигнальная растяжка. Это серьезно? Очень. Это прям то, что нужно. Перестрелка, война, люди мертвые. Сигнальная растяжка, чтобы узнать. Враг здесь. Человек, кстати, реально испугался и отбежал от нее. Че, осталось два человека, что ли? Четыре. Нет. Не, ну два там эти, они... Аутисты? Два пилота. Они играют только наблюдателей. Аздоник С, 37-й. Не знаю. А они играют в эту самую, как она, эволюция называется? Нет, DayZ. Сейчас еще этот авиаудар вызовут. У них, кстати, стволы прикольные. О, АС. Но валы. А там на старте у них коробочка лежит. Ага. Так может, пока мы не приехали, сбегать туда и обратно? Блин, они могли спокойно это самое на вертолете вывести. Они у них даже ПТУР там стоял, если бы они его догадались загрузить вертолет. Даже АГС у них там уже. С этой позиции от СГС, бум-бум-бум-бум. Не, ну вот они если сядут здесь, то они уже не залетят точно. Бэху. Нет, смотри, если они сядут, например, в замок, то они уже оттуда точно не залетят. Ну и смотри, видимость нормальная стала. А, и для вертушки. Да. Погода сразу резко меняется, проясненная. Вовремя, когда снайпер умер. А как узнать, кого я убил? В конце, если... Если сейчас закончится... Статистику нужно. Димасик, что решил? Я смотрю, насколько ты быстро ты успеваешь нажать на клавишу, посмотри, кого тут. Я только быстро ПЗ умею нажимать кнопку далее. Успеть надо. Ноги вообще не успеваешь никак. Блин, бреху даже никто не вынес, а вообще офигеть. Вертолет летал, летал, а что то... Ой, там Карыч тебя называет, как Карыч. С собой? Нет, он там пластит по одной. Я причем бреху примерно отметил, где она стоит. Сразу нам бы лететь и долбить. Это как будто по одной, ничего больше нет. Первым делом надо было бэху ликвидировать. Ну ее найти надо было. Я примерно отметил, я кинул метку, где она стоит. Примерно, она у нас положили колбасу на нее. Ну, я не мог, она мне... Ай. Убил? Убил? Убили. Аздоник там просто даем сбору, ничего не боялся. Аздоника убили. Аздоник, как тебе от меня вообще что-нибудь прилетало? В смысле от тебя прилетало? Ну вот где автобус, я там в тебя стрелял с, это, с РПК. Друзья, осталось 2 инвалида. Так громко. Да все уже проиграли, что, не вывезли же, ребят. Аздоник не скажет, что сдался и все, ну ладно. А, Вест тут Сереж убил.